О, появился. Пошло? Ну да. Тарам-пам. Всем привет, а чё стрим скончился уже? Да как бы он не кончился, продолжается, ребята! О, оповещение. Скончался? Нет, не скончался стрим, так. У меня пока нет уведомления. Все есть. Так что, ребята, если что, оно на Twitch заходите, и тут будет типа все в ажуре. Почему это уведомление? Не знаю. У меня все в порядке. Ну, все, есть картинка. И что-то там понажимал. Да фиг его знает, не знаю. Что-то было. Вовка нагибатель. Он вчера с тобой против тебя играл. Вернее, с тобой играл. Он еще в тебя тулумбасом и стрелял вечером, когда ты играл. Ну давайте вступим, посмотрим. Ой, не-не-не-не-не. Покинем, покинем, ребят. Качество, конечно, огонь вообще. Рекламу я уже крутил. Что у нас тут? 200 ключей. Ну, черный рынок будет, ребята, стопудово. Операция у нас 44 уровень наступил. 45 уровень, 200 ключей еще прибавит. Поехали. На смерть. А что-то чат молчит. Сейчас все придут. Не, просто вдруг у меня опять какой-то глюк. Да нет, все нормально, я же смотрю. Глюк с чатом может быть, типа. Нет. Нет, просто пишет 9 зрителей, а никто не пишет ему. Ну, Напишите им. сейчас я напишу. Заходя в чат, ты даешь согласие на использование ряд правил. Неистово донатить и донатить, еще раз донатить. Братуха приготовиться улететь на Бедлядский остров. Охуенно. Не ругаться матом в чате, иначе система даст мут автоматически и потом не злить. Дарить малонате красивые смайлики, если тут это возможно. Ну, прикольно. Хорошо, принято, Есть понятно. кнопка там принять или что-то? Да. Да? Серьезно? Вот. Да. Все. Малоната бросает тебе смайлик и Да, целует тебя в щечку. появились. Отлично, прям хорошо, нас тут кастрюля прикрывает. Прикольно так придумала. Так, сейчас я скажу, кто там у тебя зрителя. Почему уже пропала эта херня? Ну, я ж В эфире, креативно. что наша. Ну, так я когда-то сомневалась в твоих возможностях, Володь. Ага! Как приятно Аресу понерфили, прям здорово, серьезно. Ты написал крутой грифон, а не графон.
Крутой грифон? Под видео вчера. Да. Под вчерашним видео. А. Так. Модераторы смотрят сейчас. Малоната. Зрители. Люр, Сергей, Скини, Си Хорс и Том Стэнли тебя смотрят. Том Стэнли? Да ладно. Да. Том Стэнли смотрит. Теперь тут, в принципе, ага, будет видно, да. Да. У меня, кстати, есть комната отдельная для модераторов, там можешь переключиться. Да, я в курсе. Я установил комнату вам. Да, там можно. Могу создать комнату для хейтеров. Там могут сидеть хейтеры и обсуждать, какой я хуёвый. А давай на туре создать такую комнату. Потом создам. Это будет прикольно. О, там Стэнли в чат бросает котика. Да, типа крутой перец, да. Поменялось у него мировоззрение на этот мир? Думаю, нет. Думаешь, дурак дураком так и остался? Да. Да, Том? Том. Ой, Том, блядь. Да не, я думаю, слушай, не, я думаю, Зеленского, за Зеленского голосовал, наверное. Том, ты за кого, По или Зе? Если По, то дурак дураком и остался. Если Зе, то ты меня, наверное, уже должен понимать. Пам-парам. Да, потому что, ребята, маты в чате запрещены. Ну, в чате так точно. Вова еще может пропустить, если в эфире там... Можно материться, но... В смысле, моя подписота катки руинила, как это понять? Че это за украинские слова, которые я не понимаю? Че твоя подписота катки руинила? Не знаю о чем. А откуда ты знаешь, что вот именно Вовина подписота? Это не только Вовина подписота. Те, кто обычно кто подписаны на Вову, подписаны и на... Так что руинило-то? Я не понял, в чем... Я не знаю, о чем он. А что ты тогда начинаешь пояснять ему что-то? Не, я поясняю, типа, в том плане, что, типа, он твоя подписота. Так он что-то, говорю, может, что... имеет в виду, блях, положительное. Ты сразу бах, отрицал, кидаешь. А я... Ты дослушал, что я говорю? Ну, типа, не моя подписота, что другая подписота. Ну, так я ж тебе хотела сказать, что не только же твоя подписота, а обычно всех подписота, потому что те, кто подписан на тебя, еще на кого-то подписан. А при чем здесь это? Одно к другому никогда вообще. Не беси! Он же про мою подписоту пишет, а не про общую. Привет, Сергей. Привет, Вася. А, типа Вася, привет, Вася. Привет, Сергей, вот держи здесь... бодрей. Говорят, тут нельзя матом ругаться, так что братуха исправляется. Да можно, но просто не прям, не перегибай. Ну это то же самое, слова, как в Ютубе. Которые... Нельзя, но можно. Ну, типа можно, но нельзя, да. Так что матерись, но просто умеренно. И не говори те слова, которые я тебе говорила. Именно главное те слова, и не обсуждай вот эти темы. За это сразу бан, даже маленьким каналом, все. Ерунда какая-то. Всем привет, там я тоже с вами. Привет, Сергей. Вася Типа, привет. Я вот не знаю, опять новые игроки, новые никнеймы. То есть старые игроки, но новые никнеймы. Да не, Вася Типа давно уже смотрит. Единственное, что я это самое... Что я хотела сказать? Ты бота забыл настроить. Да зачем? Ты же есть. В смысле? Скажу, ты мой бот. Но я же не всегда есть. А зачем мне бот? Я сам себе бот. Сбрасывать ссылки. Куда? Зачем? В чат. Периодически. Ну, чтобы люди не заходили, если кто-то хочет заказать тебе, к примеру, клип. Чтобы они не шли на YouTube, а чтобы тут была ссылка, понимаешь? Так у меня вроде в описании ссылка, если клип захотят.
Где у тебя в описании ссылка? Нету у тебя в описании ссылки. Ну, нету. Ну, так вот я Так, же говорю, бота 45-й нужно уровень. сделать. Ну, потом. 1 900 000 дамага. Вчера одни и те же нубы на Лео и Гаррете попадали в бой. На респе вокруг себя осматривались. В чем тут подписота Володи? Ну, у меня стриме, ну, это как-то снайперил, наверное. Пойдем в маячок заберем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, маячок заберем. Фантом. Он же меня тоже, походу, снайперил. Фантомас. Обалдеть. Так, одного. Прячется. Смотрите. Спрятался. Пойти что-то покушать взять. Не получилось застанить этого мелкого крысеныша. Честно говоря, непонятно, зачем он полез в атаку. Сидел бы, ждал бы, пока его щит отморозится. Давай, 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 давай. Отлично. Так, и то я что-то кушать возьму. Если я буду не очень громко. Отлично. А за Отлично, чавка не отлично. банят? Нет. Так я ж тебе сказала уже, за что баню. Не Я материться это шутка можно, была. просто осторожно. Прикинь, натуре за чамка не забанят. Была такая хрень, я бы оборвалась прям конкретно. Вы забанены за Чавка не марана. огромное количество пострадавших котлет на стриме. Да. Жизнь дала трещину. Давай, летчик, влетай. У меня есть наггет. Ням-ням. Наггетсы — это вкусно. И перловая кашка, или пшеничная, или О, не ячменная, я не драконь, я помню. кушать хочу. А кто не покушал перед стримом? Ну, так жена кушать готовит. Так. Я тебя на минутку подставлю себе, на бросаю. Не спрятался я, увы. Тони. Фантомаса, я чпокаю. Чпокаем, чпокаем Фантомаса, ребята. Давай, чпокаем его. Групповушку устраиваем. Ух ты. Пошел по рукам Фантомас. Остался жив. Бывает. Сейчас будем атаковать. Блиныч, блиныч, блин, 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 тикаем, тикаем, тикаем. Отлично, вдвоем поливаем. Ух. Огонек. Короче, не дал спрятаться я этому утырку. Вот он меня проклинает сейчас.
Фантомас, тебе надо было бы прыгать уже. Отлично. Полетели, 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 полетели. Вот так у нас смерть. Ай! Больно. Я же вчера на тебя тоже попал на касле. Посмотри на сборку своих тиммейтов и то, как они маяки держат. Потому что утомил всех своих уводов. Ай, я не помню. Том, я не помню, о чем ты говоришь. Куда попал? Какие боты? Я не зацикливаюсь об этом. Чувак, кто там был? Что там был? Вообще мне насрать. Честно. Уходим. Пока ноги целы. Вот тут доктор прискакал. Вообще огонек. Пачек. Бери еще одного робота, Апачек. Все, прям мы вшестером остались. Обалдеть. Мы вчетвером. О! Серебришка неплохо. О! В эту игру играет Алиса. Чё, какая Алиса? Ты о какой Алисе? Акула. Что она? Играет в тактику. Вообще не до тактику. Или ты просто так? Что? Реклама у меня в тактику сейчас выскочила. Что ты кривляешься, ты, блин? Чё ты там хаваешь уже? Кашу с наггетсами, с колбасой, с помидорами, с огурцами. Запарила ты уже хавать так. Короче, все, что захотелось, мне стой наложила. Что ты наложила бы? Так я ж тебе уже сказала, что... Я говорю, в штаны наложила бы. А так только раздраконила. Это ты наложил. Там вкусно пахнет с кухни. Угу. У меня тоже. Чё-то я прям долго входил в Биг Як. Куда входил долго? В игру. Ребята уже успели маяки захватить. Ой. Ты, я так понимаю, недолго сегодня стримить будешь, да? Сейчас? Угу. Ну, вообще сейчас чисто проверка. Короче, прикольная вот эта штука за донат, что типа ты открыл, что можно типа всякие разные задания открывать. Да.
Почему ты только что Арасом стрелял, так и не поняла. Ну так, разряжался. Убили братушку. А, завалили. И без этого. Эка, ну, еще сейчас Танюху спать ложил, спасибо. Чуть не уснул сам. Ну да, я слышала, как ты баю. Ты прям сейчас засыпаешь. Если ну так я пошла. Же не спал вчера до трех ночи. Я тоже. Застанили, ну и кто его убьет? Никто. Кроме тебя. Блин, он еще в астрал вошел. А-а-а, вдвоем тут сдохли. Откинулись. Откисли. Откисли. Это прикольное слово. Сейчас сатану шкварим. Теперь нужно поспать часов хотя бы. Днем. Сон нам только снится. А сегодня вечером планируешь стримить? Не знаю. Вообще я планирую стримить каждый день. Надо получать суперпризы. Теперь-то стимул играть есть. Ну да. Классная работа вообще. О, блин. Прям почпукали. Привет, борода, здорово. Здорово, борода. Я уже, знаете, так непривычно, что в чате никто не пишет. Ага, кстати, да. Ну, пока временно тут. Если не понравится, будем стримить без клипов на основном канале тогда. А что должно тебе не понравиться тут? Ну, если людям не понравится. Ну, блин, всем не угодишь, Володь. Да, борода, с музоном нет проблем, просто видишь, никто же не знал, что вот именно эта группа прям настолько жестко сразу блокирует. Никто не знал, я у всех, у кого даже спрашивала, никто не знал, что за эту группу сразу могут заблокировать прям, причем на стриме сразу. И тоже им там и заказывали и Рамштайн, и Линкин Парк, и Сектор Газа. Ну, это те, которые, ну, за которые потом клипы банят. Ну, твой стрим банят, понял? Ага. То есть ты никто не может посмотреть.
Вот, но что за такую группу, типа, банят прям вообще сразу-сразу, типа, никто не знал тех, кого я спрашивала. Высунулся буквально на пару сантиметров и сразу застанили. Ты станешь, не можешь застанешь. Сейчас Аня кушать доготовит, А, мы и ты проиграем. пойдешь кушать. Давай, борода, здесь будем. Ну, видишь, ребята не смогут писать здесь, пока не зарегистрированы. А так, в группе ВКонтакте они могут это смотреть. Вот. Вов, давай начнем с того, что чтобы написать на Ютубе, ты тоже должен быть зарегистрирован. В чем проблема Да, ну, зарегистрироваться на Твиче? YouTube регистрация автоматическая от Play Market, и она у всех есть, а на Твиче надо идти регистрироваться. Это лень. Это одна минута времени. Кто хочет посмотреть тебя, ему не будет лень. Ну, это да. Тоже логично. Поэтому стрим пока тут и все. Но мне очень нравится тут качество картинки. Просто обалденно. Я вот сижу, смотрю, ребят. Я вот Качество сейчас топ. зарегистрировался, чтобы тебя видеть. 3 минуты, я тут. Борода, спасибо. Кстати, борода, оповещения приходят. Быстро, кстати, очень тут на Твиче. Моментально прям. Ну вот, видишь, борода за 3 минуты зарегистрировался и смотрит, нет никаких проблем. Это просто те, кто не хотят смотреть и писать в чате. Пусть тогда они, ну, просто смотрят, не пишут. А я думаю, есть те, кто привык в чате писать, то они в чате и будут дальше писать. Бороде понравился этот. Привет, Грей. Видишь, еще Привет, бы все Вульф. бы, кто регистрировались бы под Да, хотя старыми бы никнеймами. примерно, да, под старыми никнеймами, а то не поймешь, кто есть кто. Да, ху Согласна. есть ху. Хотя бы примерно бы писали, так как у вас на Ютубе, чтобы мы знали. Нет, матом нельзя. Ну там вообще у меня фильтр мат стоит максимальная. Так что не получится матом ругаться. Любое слово попробуй написать. Качество картинки Давай. супер. Случайно узнал про стрим из Дискорда. Ну, да, в Дискорде кто-то. Ну, так-то Да я ты, наверное, оповестил в сообществе основного канала. канала, да. И не только основного, и тоже и в Братухи Лайф. Я так, в принципе, и собираюсь делать постоянно на данной основе сейчас. Не, да борода, да тебе понятно, что типа ты борода, даже написано борода ВР просто и все. Привет, Ренатик. Да, ты пока не побреешься, так бородой и останешься. Да. Обалдеть, я раз очпухнул. Вообще, РС, вот сейчас как-то, я не знаю, я стал на нем дольше жить после нерфа. Я не знаю почему. А, Грей Вульф — это серый волк, понятно. А почему не написал серый волк? Да уж. А можно... А! А, в принципе, он написал Грей Вульф, но просто Дальше. типа это по-английски, типа, да. Ну, согласна. Можно было сразу догадаться, ну да ладно. Ну, ты же Торможение тоже Наташа, да, ну движение. так, ну так. А ты понял, вот да? Да, Грей Вульф, А... Грейти, да, Конечно, зеленый цвет, я конечно, знаю. да. Расскажешь тут кому-то другому. Привет, Ренатик. Здорово. Ренатик, наверное, Ренат. Решил стать Ренатиком. Да, Что Ренат, да, самое именно да. интересное, никнеймы все с маленькой буквы. Вот что за фигня? А у меня, кстати, тоже есть маленькая. Да у всех с маленькой. Блин, натуре, почему я с маленькой буквы? Ну, Детский сад. бляха-муха. Штаны на лямку.
Хотел под старым зарегаться, Вася, типа, но оказалось, нельзя использовать русские символы. Да, нельзя, нельзя. Привет, Израиль. Привет, Артем. Тебе в Израиль. Артем из Израиля. Тут что-то новенький, наверное. Угу. Не Здорово, знаю, ты, Артем! кстати... Сделай вот эту вот штучку, посмотри, чтобы было видно, кто откуда смотрит. Это же прикольно. Оно будет тут отображаться, типа, где чат, типа, с Я правой не стороны видел ты такого. нажимаешь. Ну, потом В где-то настройках увидишь, я да. не видел такого. Ну, есть. Я не видел такого. Там, наверное, Да я какие-то понимаю. приложения надо дополнительные ставить. Нет. Есть там где-то в настройках. 54-я операция, гнать надо, пойду погонять. Давай, гоняй, гоняй. У меня тоже там 50 какой-то 4-я или у меня 45-я операция. Артем Хан пишет, что он тебя давно смотрит. А как твой никнейм на Ютубе? Может, и давно просто ты не писал в чате или просто никнейм другой у тебя на Ютубе? Дабл килл. Вот это сюрприз, мазафака. Обалдеть, у нас маячок забирает. Братуха оформляет трипликил. Артем Хан, ну ты, видимо, просто не в чате не часто писал. То я тебя ни разу не видела в чате. Ну смотри, все регистрируются на Твиче. Кто хочет смотреть братуху, кто любит братуху, он зарегистрируется, понимаешь? Только чисто из-за одной картинки бы я зарегистрировался. Качество обалденное. Намного лучше. И, Ну я же говорю, что Твич не жрет так качество. кстати, ребята, стрим этот можно экспортировать потом хоть на основной канал. То есть просто нажимаешь экспорт, выбираешь YouTube канал и все. И туда загружается видеоролик, стрим целый. Потом оформляешь его, публикуешь и все готово. И все четко. А, Артем Хан, да, на Ютубе, да, все правильно. Знакомый никнейм. Что-то мне не знакомо, я не знаю. Победа на Ютуб, пи-пи-пи. Маланата с мечом. Кто к нам с мечом? 46-й Я. уровень у меня. Так, у нас задания повыполнялись. Надо посмотреть рекламу и открыть 46-й уровень. Но я на всякий случай, ребята, отключил видео. Что сделаешь? Отключил визуализацию видеоролика, который если задонатил. То есть будет играть только музыка. Так, на всякий Да, случай, но сделай подстраховка. потом бота, пожалуйста. Я не знаю, как сделать бота. Так бы и сказал сразу, что не знаешь, а Так то я я не не знаю, я хочу, я искал, не там нету буду. бота, я тебе говорю. Я искал в настройках, там бота нет. Нужно зайти, я потом тебе напишу, как. Опять эта реклама, да что с ума с этим можно? Кстати, попробуй скачать игру, Наташ. Она называется Castle. Что-то так Castle называется. Разрушение башен. У меня на телефоне она тупит. Но классная игруха. Там из кирпичей башни, такие вот как в рыцарских местах, там динамиты, и у тебя пушка. И ты, короче, стреляешь, и эти кирпичики в разные стороны расшибаются. Castle Clash? Да, вроде бы. Смотри, там башня сломанная должна быть. Нет? На аватарке башня сломанная. У меня какая-то девушка с луком Нет, 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 зеленая. нет, нет, нет.
Castle Wreck. Там башня синяя. Castle Wreck. Попробую на свой телефон скачать. Потянет она мне, вот интересно. Прямо сейчас. Ты говоришь... Что? Ничего, ничего, я скачиваю. Ты говоришь, если свернуть игру... Свернуть игру, то она будет на окне, да? Что-то нифига не она не на окне. Какую игру а, свернуть? Вот, на окне. Прикольно. Да, только она на окне Твича. Все понятно. Начать в бой, режим превосходства. Господа, без бустеров сегодня чисто проверяю стрим на Твиче. Как среагирует народ, как чё почём. Я тебе сбросила ссылку, как сделать. Я уже спросила у парня. Тебе бросила, как это сделать. Ага, спасибо. Красно, классная визуализация с парка. Жалко, нету у других пушек такой фигни. Но у Спарка классно выглядит вообще. Давай, уходи уже. Чуть не убили. Догнали. По правому флангу прорыв. Быстренько давайте раздолбаем этого блица. Наполовину только успели его побить. Все, точно там есть. Найтбот, я тебе сейчас брошу на него ссылку. И там есть сразу ссылочка на... Снизу провернешь, посмотришь. Ну, ссылочка на бота, короче. Бота надо устанавливать. Да. Дать ему модерку и просто прописать, что он должен делать. И все. Да. Я же тебе говорю, я не нашел. Я думаю, в этом ты уже... Я нашла, тебя сбросил. Я не в этом плане. Я говорю, я не нашел в настройках такой вот функции бота. Посмотришь, попробуешь, если что, я еще раз увидеть, как это сделать. Ну, после стрима попробую. Что ж там? После стрима попробую сделать. Угу. Отлично. Это плохо. На самом деле очень плохо. Прям нифига у него щит. Наимощнейший. Не успел, пацанчик. Что-то много виперов тут. А, тоже не успел его убить, засаду. Вот там его, в принципе, добьют.
Хотя он взлетел, надо идти отбивать маяк. Так прикольно, нравится, что тоже можно на фоне слушать тебя. То есть я там свернула окошко, слушаю, что ты говоришь. И потом вернулась обратно, чат обратно открылся, все открылось. Ну давай, убей его. Отлично. Шикарно. Да что ты, парень, не надо тут мне стволом своим махать. Иди воюй давай лучше. Сейчас, ребят, моего очко прям не успеет моя взять. Хорошо. Я при том целый бой на Аресис хожу. Целый бой. Спасибо за то, что его понерфили. Обалдеть. Сдох терминатор. Обалдеть. Наташка вышла, ты. По клаве стучишь так. Победить стараюсь. Чё, прям слышно, да? Ну, мне в Дискорде, да. Я умираю. Блин, весь бой так, в принципе, на Аресе крутился, крутился. Маяк забираешь? Давай, забирай, пацан. Так, ты лечишься? Зачем ты лечишься? Пошли в атаку. Я вроде тоже выспалась, но как-то не выспалась. Да, что тут как бы спать не хочется, а так посидишь, подумаешь. Хочется... Угу, я такая лежу. Да, я такая лежу. Глазки прикроешь, подумаешь. Угу. Да, такой там. Сейчас бы прикимарил бы. Хоть бы хотя бы полчасика или часик, да? Ну, мне бы часик хватило вполне. А тебе? Да я не знаю, я бы не против бы и два поспать, если была бы такая возможность. Не, она сейчас была возможность поспать, пока Танюха спит. Но я хотел со Твичом поработать. Ну, я так и поняла, что ты не пошел спать, потому что хотел попробовать постримить. Добрый день, еле шаман. Добрый день, зашел сюда по ссылке из основного канала, качество супер. Вот из основного канала зашел, видишь, из сообщества. Привет, еле шаман. Если ты там фолловером моим становишься на Твиче и что-то там какое-то сердечко нажимаешь, то тебе будет выходить постоянно этот пам-пам, этот как его, оповещение. Уведомление. Что, да, уведомление. Так что... Качество супер. Да, качество, ребят, реально обалденное. В принципе, на Твиче, наверное, ребята серьезно и стримят, чтобы с качеством работать. А на Ютубе, наверное, такие, как я, раки стримят. Наверное. Возможно. Илай Шаман, я на Ютубе. Кальницкий Илья. Блин, а чё вы? Я не знаю, я вас первый раз, блин, ну, возможно, на основном канале вы есть. Ну, а там же стримы. Ты знаешь такого Кальницкого? Видел Илью? Пару раз. Я не знаю. Да? Ну, может, я просто не обращала внимания.
мне прямо в попу. Держи, это самое попу. В тепле, да? Нет. В холоде. Нет. В холоде. Как это слово? Нет. Блин, ну как это называется? А, безопасность его. Я поэтому тебя ору, что мне иногда сложно выразить свою мысль, блин. Ты говоришь, нет, ты какую хреново говоришь. Безопасность. А что, нужно? Я на стримах редко пишу, в основном в комментах под видосами. А? Я надеюсь, вы, Илья, позитивные комментарии пишете. Я же должна узнать, Володя. А ты на основной канал сделал? Да, и туда, и туда прям. Даже текст написал, сохранил. А ВКонтакте? ВКонтакте там закрепленная запись. С плеером. Ну смотри, Эльдорадо играет, Марс, Эльдорадо 89. Прям как я слушаю. Прям сколько я тут уже противников убил? Ну ладно, пришло время умирать, согласен. Но неплохо я на правом фланге, ребят, справился, да? Одного, второго отправил к предкам. Ну-ну, хорошо, Илья, смотри, а то дадим тебе нано по попе. По поводу хейтеров, я могу отдельную комнату создать. Хейтеры, вот когда там сидят, размножаются. А тебе бы только, чтобы тебя пообсуждали. Ну, бля, просто, ну не можешь без хейтеров, ну просто вообще. Ты, мне кажется, ты питаешься ими. Конечно, а как же. Это не они тебя мусолят, а ты ими питаешься. И когда они тебе пишут всякие гадости, у тебя поднимается настроение. Не только настроение поднимается. Ты что? А, еще даже так, да? Конечно. Я же жене-то по 15 раз в день просто это пристаю, ты что? Спасибо хейтерам, прям возбуждают. И попробуй все-таки сделать задержку 3 секунды, пожалуйста. Я вообще поставил минимальная задержка. Сейчас у меня стоит задержка минимальная. А ну теперь скажи что-то, сейчас увидим сколько. Что-то сейчас увидим сколько. Да, в натуре 3 секунды, а ты говоришь, что нет, не получится, не получится. Будет качество плохое, или что-то там вчера, ты вчера говорил мне, что так нельзя. Можно. Ты вчера говорил, что нельзя. Можно. Мы с тобой даже спорили об этом. Угу. Я не спорил с тобой. С бабой спорил. Спорил. Всегда она Но права. Но баба была права. Но баба была вот, вчера вот, права. Вот я и говорю, спорить бесполезно. Но я была права? Нет. В смысле нет, если ты же стримишь с минимальной задержкой и все хорошо, ничего не лагает и хорошее качество, так как ты вчера говорил, что будет лагать и будет плохое качество. Я не говорил этого. Я сейчас найду на стриме вчера, с ним отвечаю. Ищи. У меня все стримы зачищены. Ты специально сейчас меня провоцируешь? Нет. Абсолютно не понимаю, о чем ты говоришь. Фига он так умер быстро. Ну, мы выиграли один фиг. Я еще писал, братух, мол, запиши видос с комнатами в стиле Глокмана.
биссектриса, прыжка и так далее, может он помнит. Не, я не помню что-то, я не понял про что. Ну, я помню вот про то, что ты писал, но я так и не понял, про что ты писал. Ты игру Castle скачала? Пока не признаешь, что баба права, не скачаю. Баба права? В чем проблема? Иди качай. Нет, что я вчера была права, а ты права. Зря со мной спорил. Ты была спорил. Вчера права, я зря с тобой сегодня спорил и вчера. Ура, спасибо. Или ты сейчас специально сказал, чтобы я от тебя отстала? Блять, тебе не угодишь, елки-модалки. Ты что делаешь со мной, а? Иди давай, говорю, скачивай, посмотрим, будет лагать твой S10+. Блин, смотрите, вот какой он идеальный мужчина. Лишь бы просто я его не задрачивала, просто согласился, походу. Иди, иди уже. Нашла игру? Даже скачала я. Castle в рек, да? Да. Ну попробуй. Мне кажется, она тебя затянет. Такая симпотная. Я на комп хочу себе такую найти. Tap to start, окей. Okay. Чё, как так вот вообще? Ой, ёб твою мать. Дали одного случайного героя, 2000 виперов дали, 900 голды и 4 миллиона. Это у нас как тут 47 стрелять? Просто на пушку нажимаешь один раз, она вертикальную сторону останавливает, а потом горизонтальную начинает останавливать. Идет выстрел. Ага. Там не ура, просто я целишься. Попала! И как там разбиваются кирпичи, да? Угу. Не лагает ничего, в порядке? Нет, все хорошо. Всё. Ну, у тебя на том Самсунге также будет. Возможно. Плохо, хер. 100%. Плохо, что там реклама постоянно херачит. Угу. Ну, я ее пропускаю. 5 секунд там. Ну классно. Эй, блин. О! Только одного сбила. Ах ты ж твою дивизию. Еще так. Они смотрят на меня такими пальками. Так ты целься там, где петарды лежат. Или чтоб. Смотри, или чтоб башня упала. Ржут, да, там смайлики. Они ржут с меня, сучки, как бы. Матом, не ругайся, я тебя прошу, слышишь? Так я ж тебе говорила, что можно, но прям не очень жестко. Я ж не жестко матернулась. Ну я же стараюсь. Плохо стараешься. Слышь? Слышь ты? Алло, мужчина. Не умничай. Вот, тут реклама у меня какого-то чувака, который за курочками. А, это что, это не кур. А, да, за курочками гоняется. Что-то прикольное, мне нравится. Ну, такие простые игрушки. Угу. Не надо, я видел. Lords Mobile называется. Да, да, да. Там на самом деле не то, что. Блин, вообще как-то не то, что. Не то, что нарисовано? Угу. А, нет, я такое не хочу. Попу. Я думала, там такое, как на рекламе. Джульетта Капулетти, привет. Привет. Вчера, говорит, Кекс пошел регистрироваться в этот. Твич? Ловить меня. Паразит.
Главное, смотрят 12 зрителей и пишут только пару человек. Хорошо, что хоть кто-то пишет. Ой, блин. Спать охота. О, я сейчас прям сел. А, так там есть такая дымовуха, типа, да, в нее нужно стрелять, правильно я поняла? Нет. Ну, типа. Дымовуха это просто огонь. Типа мина. Там не мина. Мина такая, да? А там... что это такое висит на стенках? ТНТ. Стоит. Так я там знаю, что это такое, блин. Написано, ТНТ это динамит. Так я же сказала, динамит. Сказала мина. Мина, динамит. Ну, бля, ну вот это да. Ну, у нас, блин, как непривычно идти медленно. У нас пока что маяк наш, торопиться некуда. Ты смотри, он мне смайлики такие шлет, поцелуйные. Ах ты ж букваш. Не, игра прикольная, мне понравилась, но лагает у меня. А на BlueStacks нет, а на BlueStacks не восстанавливается. Я промазала, Володя. Бывает. Да блин! Надеюсь, хоть раз-то я не промазал. А как ты быстро так свелся, балбес? О, все. Тебе кизда. Ура! Оформила ему кезду. Приятно. Да, только реально реклама дофига. А? Это напрягает. Реклама дофига, это напрягает. Да. Что есть, то есть. О, босс. Я сейчас должна босса завалить, Володь. Да, есть там такое. Здравствуй, товарищ. Здравствуй, кто такой? Привет. Евгений, а у вас со стрим идет, да? Что? У вас стрим идет или как? Да, Евгений, да, идет. А, понял, но я подключусь тогда. До свидания, не мешает. Стрим на Твиче. А, что. Надо было, блин, его подергать маленько, чтобы он... Где, где? Не вижу. Чё ты все объяснила, рассказала? Чтоб это самое... Да вижу, я тебя вижу. Чё там, какой-то Серега меня пикает. Тык-тык. Тыкает в меня. Тыкает в меня! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой-ю. Да как так-то? Алло! Люди! Наташке не победить какую-то 8-битную игру. Она в папку там по 20 человек убивает. Слышь ты! Да бля! Оно типа специально, когда на боссе, оно типа, ну, дергается, знаешь? Значит, лагает у тебя. Нет, не лагает. Я же говорю тебе, все нормально, просто на боссе оно специально, типа, иногда, типа, где-то останавливается, а не лагает. Сам ты лагаешь. Типа. Ты чё, хочешь проблем? Ты это боссу? Тебе. Ну да, попробуй. Хорошо. Напряженная какая-то битва. О. Мало зрителей, братух, ты что, не спишь вообще?
что я босса убила с первого раза. Да, Кикерс. Да, пока до 80-го не дойду, спать не буду. Ты понял, да? Что? Я до 80... Я с первого удара убила босса. Ну, босс это ерунда, надо замок разрушить. Сейчас разрушу. Фух. Ура! Ура! Ой, как круто! Круто, круто. Понял, я умничка, у меня все получилось. Ха-ха-ха. 8-битную так. Игру победила. А ты до какого уровня прошел? А ну-ка, скажи. Не лагает. Я так поиграл 5 уровней и все. И... Ну вот тогда и не говори много. 55. Ой-ой-ой! Мама фака. Ну мы побеждаем. 2 часа дня. Да, 2 часа дня. Да, нужно. Да, Кикерс, пока что войду, там 80-й будет. Да. Я в чат смотрю, а все там одно старое предложение стоит. Висит. Непривычно. Хочешь, я тебе что-то напишу? Да не, не надо. Играй. Так он не решил, Илья, перейти на Twitch. Просто канал с второй канал пока что на нем нет возможности стримить. Забанили в плане стрима. Да, 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 да. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. А то, что на YouTube нету стрима, это нормально? Это нормально. На Twitch приехали. Ну, он сейчас на Твиче, потому что вчера нас стрим на Ютубе заблокировали. Возможность стримить. Ну, как всегда, короче. Что? Ну, как всегда. Да, такое уже не первая проблема. Столько людей уже об этом жалуются. Ну, понятно, короче. Ага. Вот. И если там разбанят, то будем играть там опять. Ну, ладно, понятно. Все, спросил, мешать не буду. Хорошо. Да нет, не мешайте, Евгений. Астра братухаст. Ну, ребят, мы надеемся, что это ненадолго. А если, кстати, это все-таки надолго, так может ты просто создашь второй канал на Ютубе, и пусть туда пока все подписываются, наберешь 1000 подписчиков, опять начнешь стримить. Да ну. И все. Что ну? Да ну. Не хочу каналы разводить. У меня их и так. Док, и что сделаешь? Я сказал, не хочу, вот на Твиче буду. Не понравится людям на Твиче, я сказал тебе, что пойду на основной канал. Но там, да, уже, там уже без музыки. Там уже ну без вот. Музыки. Что вот. Так поэтому я и предлагаю. А я тебе сказал, не хочу друг. Еще раз тебе сказать. Или ты думаешь, я дурачок, не мог решить сам. Жду, пока ты меня переубедишь. Один я левел, не переубеждаю, а я разговариваю. Опыта. Если это монолог, то тогда хорошо, говори сам. Это не монолог, это диалог, но ты мне настаиваешь. Я тебе сказал нет. Нет, я разговариваю. Нет, все хорошо. Ты настаиваешь. Да ничего, ребят, страшного. Один уровень, надо сыграть будет 10 боев, и что такого? Нормально, зато приз какой хороший. Что-то слишком вы, ребят, драматизируете. Давай, паук, включай свою фигнюшку.
Я тебя прикрою. Почему у меня на РФ? Прям меня тут зашкварили. Бобки, привет, Бобки. Какие-то все новые люди, но, наверное, они старые. У нас вообще команда есть? Я предполагаю, что нету команды, да? Или нас катастрофически мало? Кто ж меня стреляет? Ага. Фагот. Доктор стал лечиться, но я не понимаю, что ему скучно было идти, что ли? Ну ладно, победил, но долго ты не отжил, пацан. Что-то как-то неосмотрительно ты включил, но что-то я убить его не могу. Зачпокали доктора. Застанили Бабилона. Интересно, сделают ли пиксы объединение всех платформ? Уже наиграл на iOS много, а хочется уже поиграть нормально на компе, на эмуляторе. Может быть сделают. Говорили, что работают над этим. Да. Часа два назад на этой карте гонялся с тобой. Выиграли. Спасибо, братуха, за игру. Пожалуйста, Бобки. 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 Бобкидж. Бобки. Блин, люди, вы что такие никнеймы себе делаете? Чё? Мне никуда не убежать. Ну, сразу было понятно, команда огонь. Был бы отличный баланс, был бы лучше. Не понимаю особых проблем, что делать с этой точки зрения. Ну, почему? Игровой процесс, игровой, как это называется? Игровая платформа там чем-то отличается.
Мне показалось, что их пятеро. Нет, я ошибся, их шестеро. Давайте на смерть. Понятно, что проиграли. А, я не того бота взял. Черт, вот это я лоханулся. Ломбасник. Я думал, что я на таранах парня взял. Черт. Да, вот он на таранах. Блин. Простительная ошибка. Я на тулумбасах бы там бы постоял бы. Где-нибудь. Поддамажил бы еще. Ну, забирает моя. Со щитом, пацан, ты гонишь. Ладно, проиграли. Ну что ж, ребят, давайте на этом закончим. Спасибо всем за поддержку. Особо рьяным зрителям, которые зарегистрировались. 48 уровень мы получили. Ежедневное испытание. У меня тут написано, что я его получил. Так. А, вот ежедневное испытание. Да, я получил. Спасибо Джульетте. Так, собираем 200. И випера. Все прекрасно. Дальше 4 миллиона 500 тысяч. Ух, вообще здорово будет. Обалденно. У нас 636 вообще. 500 тысяч. Вообще обалденно. Можно будет два супер сундука открыть. Кстати, возможно, ключи можно будет не тратить, а оставить на следующий черный рынок. А, Наташ? Я говорю, что у меня сейчас ключи прямо с этим, благодаря пасу вот этому, появится дофига. И я могу их всех сейчас пооткрывать. Их будет у меня где-то полтора черного рынка. И когда черный рынок через 12 дней обновится, у меня сгорят все ключи в прошлом рынке черном. Может, сейчас пока рекламу крутить, а в конце маленько докрутить ключами. Ну да. А тогда мне не надо получать призы на ключи. Так я тебе всегда так говорила, ты всегда оставлял ключи, чтобы я просто пиксоники давали какие-то призы, какие они хотят. Ты не поняла вообще ничего. Ключи не переходят, тебе просто на них дадут призы. Нет, ребят, я имею в виду, что не те ключи, то есть я имею в виду, смотрите. Эти ключи-то по любасу прокручу. Я имею в виду в операциях. Смотрите, ребят. В операциях, вот видите, 500 ключей, да, красных. Вот здесь написано красные ключи. Так ты, Вова, так и объясняй. А ты говоришь, что я ничего не поняла. Ключей. Я ничего не поняла, потому что ты так хреново объясняешь. Так может, я их крутить не буду? То есть, в смысле, я их получать не буду? То есть, другие получу призы, а вот эти призы не получу. Можно же так же, да? Думаю, можно. И эти ключи тогда на черный рынок останутся на следующий. Уже будет легче к черному рынку. Если так можно. Попробуй, будешь знать, можно так или нет. Ну, попробуем. Да, вот, понятная идея, да, что можно их не собирать. То есть, давайте тогда мы не будем собирать ключи. Изначально надо было их, наверное, не собирать. Крутить рекламу 12 дней, да, получать супер игру. Вот, ну вот эти ключи тоже можно прокрутить, там если появится 1000, я там заработаю, да? Вот. Можно будет собрать, если не будет хватать. Да, да, Кихер. Кикер. Кто тебе такой никнейм придумал? Поменяй никнейм, пацан. Никнейм у тебя огонь просто. Кики. Новый ролик от Гликмана. Обалдеть, огнеметный инвайдер. Так.
Кикер, да, кикер. Кикер. Спасибо всем, ребят, большое за то, что посидели у меня на Твиче. Всем пока-пока. До вечера, возможно, до вечера. Пока-пока.